Здравствуйте, вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня у нас необычная встреча с заслуженным деятелем искусств России, драматургом, публицистом Александром Пудиным. Александр Иванович, добрый день. Добрый. С вашим именем связывают очень многие культурные начинания и в Мордовии, и в России, начиная с пьесы «В пустом доме люди». Пишут, что работа была очень смелая. Вы ее подкрепили словами, процитирую: «Жизнь на селе легкой никогда не бывает, особенно когда корни разлада и разрухи сидят в душе человека». Боялись ли вы, что спектакль по пьесе не примет публика? Первая пьеса и первая постановка, конечно, волновался. Но, слава богу, первый зритель был в моем родном Заполянском районе, и он принял очень тепло. Что вы хотели отразить, показать? То, что вы уже процитировали, что когда душа заблудилась, и какие проблемы возникают, когда она заблудилась. Хотя она, конечно же, изначально была чиста, и совершенно светлые, серебристые, наверное, золотистые дороги перед ней были. А потом, в силу какого-то выбора, не того, может быть, появились проблемы, которые, в общем-то, стали препятствием для того, чтобы она сохраняла свою естественность и чистоту. Почему вы для себя в творчестве выбрали направление говорить о людях, писать о людях, раскрывать их души, может быть, даже не всегда самые чистые? Это самое главное все-таки предмет искусства, литературы в первую очередь, конечно же, это человек. И в литературном институте нас педагоги учили, что литература – это человековедение, писатели – это инженеры человеческих душ. Так что это и то, что нам вкладывали в литературном институте наши учителя. И, конечно, это же, наверное, то, что перешло, наверное, от родителей, природа то, что дала, и человек, человек рядом, его проблемы, его радость, его боли. Все это, конечно, меня всегда волновало. И если я изначально готовил себя к стезе поэтической, и у меня первое стихотворение появилось где-то, наверное, мне было 6 лет, но, вы понимаете, это первое стихотворение, оно, конечно же, никакое. Но почему оно родилось? Я тяжело болел, у меня была проблема с ногами, был туберкулез кости. И вот когда мне стало легче, когда боли начали отходить, я своему врачу, который снимал уже гипс, вот эту песенку, это стихотворение посвятил. Так что это, конечно, благодарность. Это благодарность человеку за то, что он спасал мое здоровье, он давал мне возможность радоваться, не мучиться ночами, не мучить моих родителей, бабушку Ольгу Никифоровну покойную. Так что это благодарность, конечно же. И в силу того, что меня воспитывали быть благодарным, это считаю, наверное, одним из таких интересных качеств человека, которые дает возможность и самому оставаться человеком, и не забывать о других. Вы новатор в определенной степени во всем, что вы делаете. Очень много шума наделало в свое время ваше заявление, когда вы еще были художественным руководителем Ростовского театра драмы, о том, что вы собираетесь поставить спектакль о Сталине. Невзирая на опасения публики, невзирая на то, сколько писали отзывов, не самых лицеприятных, вы все-таки это сделали. Почему для вас это было важно? Во-первых, мне казалось, что есть пробел некоторый в нашей истории, белое пятно, потому что по-разному можно относиться к личности Иосифа Сталина, но это руководитель огромного государства, страны, которая выиграла в Великой Отечественной войне. Я, конечно же, не оправдываю те жертвы, которые немалые, которые произошли во время вот этих политических репрессий с 1937 года в основном. Но мне казалось, что, конечно же, этот пробел надо открывать, надо прояснять, кавычки и скобки надо раскрыть.
и поговорить о личности Сталина. И тем более, что мне пьеса, она очень понравилась. И мы назвали, что это исповедь с трибуны Мавзолея. И надо дать человеку тоже высказаться. У него своя правда. Поэтому зритель уже примет, не примет эту правду. Но нам показалось, что его право на правду, на выражение, на исповедь – это право есть. Но вообще я в творчестве считаю, что самое главное – дать человеку всегда шанс оправдаться или шанс исправиться. И любой даже негодяй или циник, который есть в какой-то моей пьесе, драме, у него всегда есть возможность выправить ситуацию. Я даю всегда эту возможность, потому что не я даю, но человек так создан, что у него это право всегда есть. Скажите, а в жизни вы людям тоже даете такую возможность? Конечно. Ну, в жизни, наверное, я жестче, может быть, когда особенно я являюсь руководителем, и от меня зависит работа коллектива, особенно когда коллектив очень большой, и тогда, да, шанс дается, но не бесконечно. Ну, не бесконечно, конечно же. В одном из ваших интервью вы высказали некоторое сожаление по поводу того, что после развала Советского Союза в России как-то стали меньше обращаться к работам национальных авторов. Меньше читают, меньше по ним снимают, меньше ставят. Ну, это так. Это так. Я только что вернулся из Уфы, где вместе с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым мы проводили всероссийский семинар молодых драматургов. И я был в национальной, крупной национальной республике, и ни одной национальной пьесы не было. И когда мы подводили итоги, я и Николаю Федоровичу Иванову сказал, и местным писателям, руководителям местной писательской организации, что, в общем-то, есть проблема, потому что если не будет национальной драматургии, национальной литературы, то тогда, я считаю, уже есть проблемы и у языка, а значит, и человек недополучает или уже не так, наверное, привязан своими корнями и к народному творчеству, к песне. И вообще-то это ценность. Я считаю, что в нашей стране быть причастным к двум культурам – это огромное счастье, огромная радость. Это человек, считаю, намного богаче человека, который сидит только на одной культуре. И корни его находятся в лоне только одной культуры. Поэтому я всегда считал, что я очень счастливый человек, что я владею мордовским языком, макшанским, эрзянским хуже, но я совершенно замечательно, мне кажется, понимаю и могу изъясняться тоже на эрзянском языке. Ну и русский язык, конечно же, русский язык. Вы видели первый фильм, который сняли в Мордовии на эрзянском языке? Я смотрел то, что анонсировали, но мне это было любопытно. Я следил за тем, как работа идет, и восхищался вот энтузиазмом этих людей, что они взялись за такое необычное дело. Тем более, что национального кино у нас не было, у нас же было только документальное кино. В основном то, что Казанская студия кинохроники выпускала, потом все это переводилось на языки. Я когда был студентом литературного института, я еще подрабатывал как переводчик и делал синхронный перевод на мордовский язык. Так что кино, по большому счету, не было. Да, были попытки у Николая Дьякова что-то делать более художественное, но фильма-то не было. Были видео какие-то, спектакли, но мы на фильм никогда не выходили. А тут, значит, и натурные съемки, утварь, и все-все-все-все-все, и одежда. Это надо было жить, въехать в эту эпоху, понять, в каком мире тогда наш мордовский, эрзянский, макшанский народ жили. И они сделали огромное дело, и я вижу, что есть какой-то успех уже. И я не знаю, на самом деле, насколько это успех, но то, что я вижу в средствах массовой информации, читаю, какие были отзывы в Финляндии, в Эстонии,
Мне это очень нравится, они молодцы. Если бы у вас появилась возможность снять фильм в Мордовии и о Мордовии, о чем бы вы сняли этот фильм? Ну, я уже заявлял, что я хотел бы сделать фильм о сурском оборонительном рубеже. Тем более у меня и киносценарий был готов, и Карен Шахназаров хороший отзыв писал на этот сценарий. Но денег не было, поэтому съемки фильма они были отложены. Ну вот, у меня есть, к счастью, видео-вариант спектакля Московского академического театра имени Маяковского «Рубеж». И если получится, что 10-й канал возьмет, если в пустом доме люди, может быть, по формату уже не так подходят, 30 лет назад все-таки снимали этот спектакль, то «Рубеж» – это совершенно свежий спектакль, и там и крупные планы есть хорошие. Это сурский оборонительный рубеж. Это то, что меня волновало, и я бы хотел, конечно, чтобы и видео спектакль увидели, и если бы была у меня возможность сделать фильм, то, конечно, «Сурский оборонительный рубеж» и Михаил Петрович Девятаев. У меня пьесы есть, я тоже считаю, что фильм должен был бы быть о Девятаеве. Вы ведь еще работаете и для детской аудитории. Скажите, что вы хотите своими работами донести до подрастающего поколения? Ну, они же любопытные, им надо познавать мир, открывать этот мир. И в первую очередь, конечно, открывать мир через какие-то добрые истории, когда очевидно сразу же, что добро победит зло. И мне это очень интересно. И у меня несколько пьес есть для детей, и новогодние, и не новогодние. Я видел, как дети воспринимают эти спектакли, и как они загораются, как горят у них глаза. И мне кажется, что у меня в этом плане тоже, наверное, что-то получалось. Вы как-то сказали о том, что немного лукавите, когда говорите, что знаете, что хочет зритель. То есть получается, что каждая работа – это риск? Ну, конечно. Мы лукавили, ну, я не знаю, где я это сказал, в каком контексте, но ведь мы лукавили, когда говорили, что традиционный театр не нужен, что традиционный театр, он не прокормит театр, то есть спектакли, основанные на классическом материале, когда в основу спектакля взята пьеса отечественного классика, условно говоря, и что это не, пока или в это время это не нужно. Зритель не придет, зритель не купит билет, а значит, билет, если не купит, доходы упадут. Ну вот, опять же, по Ростовскому театру я заметил, что это совершенно не так. Да, был репертуар и классический, и, конечно же, очень много комедий положений. Да, зритель ходил, но когда я предложил Донскую театральную трилогию, в первую очередь «Тихий Дон», так никогда в истории театра не было, чтобы на спектакль за месяц, за два надо брать билет. Вот вам классика. Ну, людей же волнует. Людей волнует, во-первых, история, то, что связано с их корнями, с их языком, с их традициями, нравами, обычаями, с верой. И люди любят настоящие чувства. Если в «Тихом Доне» эти чувства есть, если это сделано качественно, если это хорошая художественная литература, настоящая, это же все-таки Шолохов, это Нобелевский лауреат. И люди приходят, покупают, и доходы театра не упали, а наоборот выросли. Наоборот выросли, я всегда говорю, что нет, то, что развлекает, пусть будет. Да, театр должен развлекать, но не ниже пояса. Не опускаться, когда глаз скользит ниже пояса, мне это неинтересно, я никогда не разрешал. И старался не допускать, чтобы арендаторы приезжали со спектаклями, которые как раз смотрят туда, где, в общем-то, на мой взгляд, куда не надо смотреть.
Хорошо. Спасибо вам большое, что вы уделили нам время. Я пожелаю вам удачи, и пусть будущее действительно будет прекрасным. Спасибо. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Дина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся вновь.